Орехоколу щелкунчик. Он маленький и компактный, занимает мало места при хранении. Также имеет плоскую часть, благодаря которой вы можете размещать на столе данное изделие. Имеет три лунки разного размера для больших орехов, средних и маленьких, а также специальное отверстие для вишни или черешни. Орехи в скорлупе хранятся намного дольше, поэтому выгоднее купить цельные орехи и наколоть в нужное для вас время. Специальные ребристые лунки и выступы на противоположной ручке позволяют без труда наколоть любые орехи. А также за считанные секунды вы сможете очистить килограмм вишни от косточек и сделать вкусное варенье.